укрытие для семян, которые мы посеяли недавно. Укрытие, для чего оно нужно? Оно нужно для того, чтобы, то есть дождь через сетку не попадала крупная капля, ну мало ли что, град пойдет. В общем, оно нужно для того, чтобы не выбило семена. Хоть сетка и распыляет крупные капли, но все равно тут капает по, например, по прожилинам, по доскам капает. Это будет все выбивать. То есть накручиваем доски через каждые 1.5 метра. То есть у нас пролет 3 метра. Вот 1, 2, 3 доски. Потом, ну здесь у нас поперечная тоже идет. Потом гидроизоляция у нас на саморезах. Здесь идет у нас железная прожилина, то есть специально для того, чтобы. И вот здесь можно видеть тоже, вот идет саморезы, снимаем, то есть все веревочки для начала. Это иногда приходится делать даже ночью, когда внезапно пойдет дождь. Поэтому были такие случаи, что в 4-5 утра встаешь и едешь, снимаешь. Все это когда грозы, ну обычно мы смотрим прогноз погоды, сегодня ночью обещают сильный ливень, поэтому мы сейчас ее и снимем, закрепим степлером. Угол специально такой большой, чтобы вода текала. Да и снег зимой сильно не задерживается. Это защита, считайте, на 2 года. Теперь берем плитку. Скорее всего оттуда начнем. Ну, сразу пытаемся натянуть ее. Здесь еще старые скобы, конечно, но посередине потом посмотрим, забивать будем, нет. Ну и тут вот так и пойдем. Много скоб не бейте, потому что вам придется их снимать.
в последующем мы придумаем что-нибудь, чтобы снимать ее быстро и легко, чтобы без повреждений опять она была. Там натянули, видите, дождь задерживается, то есть вода нигде задерживаться не будет. По крайней мере, я так думаю. Идем дальше. Ну, в принципе, и все. Сейчас пойдемте посмотрим, как они там все чистят. Уже успел. Тут или чеснок, или что же. Вот видим, да? Там дальше очень все прекрасно. Они себя чувствуют. Дождя не будет, тут проветривается, если что. Можно закрывать спокойно на 2-3 дня. Ну, посматривать. Теперь запаковываем их. Как можно видеть, мы все сделали. Теперь они не боятся ни дождя крупного, ничего. А с вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго, удачи!